На. Привет, пацаны. Вы знаете, видите? О, ребят, можно получить бесплатно Minecraft плащик. Да, я вам говорю, бесплатный плащик. Короче, заходите на этот сайт. Отвечаю. Я только что узнал, тут есть красный плащик, синий и зеленый. Да, ну не знаю, зеленый как выглядит, я беру красный. Да, пишем свой юзернейм майнкрафтовский, вот так вот. Я уже написал свой mail. Да, и тут нажимаем галочку, все, next step. Все. Нажали. Все. Нажимаете, либо вы вносите 10 евро. 10 евро, а это как... Сейчас скажу вам. Конвертер валют. Да. Так. А просто напишу евро в рубли. Евро в... Вот. Так, ага, все. Сейчас узнаем, сколько это будет. И... Ну, например, 10 евро. Все. И где она? А, нет, не доллар. Нам нужен не доллар. Что? What the fuck? 10 евро в рубли. Получается 622 рубля, ну, скажем, днем евро дешевеет, то станет это 500 рублей, можно сказать. Ну, не так уж дешево, скажу вам. Ну, то это стоит. Можно, конечно, free activation, если премиум, то он в течение 2-1 дня уже будет готов в плащ, и все, он будет активирован. А если бесплатно, то в течение 2 месяцев будет активирован. Нажимаем free activation, и мы переходим на ATD Fly. Да. Ждем 4 секунды. Так, все, пришли, наконец-то. Все. Вот. Но если вы хотите в течение 3 дней, не хотите ждать 2 дня, ой, 2 месяца, то бишь, и вы хотите максимум там подождать 3 дня, ну, недельку, можно сказать, то тогда снимите видео на YouTube, да, залили там, и, короче, введите вот этот ваш, ну, как бы, например, вот это ввели, отправьте им на электронную почту, да, и введите ваш игровой никнейм в Майнкрафте, и все. Ну, подождите, если примут, все такое нормально, все, то вам сразу плачек, я надеюсь, плачек будет у меня, потому что я не знаю, это прикольно, наверное, будет. Ладно, ребят, надеюсь, вам понравилось это, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ну, а с вами Бурал, всем удачи, всем.